Я ехала по главной дороге. Со стороны улицы Можайского, в сторону Королева. И водитель, вылетела эта машина. Ну, в принципе, не могу сказать, что у него была большая скорость. В принципе, удар был не сильный. Но он, по-моему, даже не пытался тормозить. Он выскочил из машины, посмотрел и убежал. Убежал, да? Ну, после чего их задержали сотрудники немедленной охраны. Ну да, ну ко мне подошел молодой человек сразу, дал свои координаты, сказал, что он все это видел. И походу он сначала его нашел, принес ключи от машины, а потом, да, его задержали сотрудники полиции. Виноват, я да. Так, не падайте, я не падаю. А откуда ехали, Алексей откуда? Олегович? Да ниоткуда я не ехал. Ну а как вы сюда-то попали? Случайно? Да. Ну а выезжали-то откуда? От клуба, не знаю. От клуба. От клуба? Конечно, отдыхали от клуба. Там, да? Да. Вы управляли Дастером, правильно? Да. У меня нет прав. У меня нет. У меня есть только та машина. Документы только? Да. А водительское вообще имеете? Нет. Не имеете? Я лишен прав. Лишены права управления? Да. А зачем за руль-то опять сели? Да блин, ну вот такая ситуация. Пожалуйста. Я понял вас. Простите, да не знаю, черт попутал. Вы были за рулем? Нет. А кто был за рулем вашей машины? То есть у вас машину угнали? Похоже. А вы только что говорили, что вы управляли транспортным я средством. Я не говорю такого. У нас также это все зафиксировано. Вы говорили, что вы управляли данным транспортным средством. Я такого не говорил. Вы алкоголь употребляли? Все вопросы к адвокату. А где адвокат? Вызовите его. Вызовите, это ваше право. Не надо меня снимать. Машину сел, я в 5-й, 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 я